Для иностранных граждан, которые работают в компании ООО «Пластпрофиль», прошел семинар. В нем приняли участие заместитель главы городского округа Щелково Виктор Семин, имам-хатыб Щелковской соборной мечети Руслан Хазрат Новиков, заместитель начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России Щелковская Евгения Рыбина и работники предприятия. Прием осуществляется у нас город Щелково, Птаский проспект, дом 9, корпус 3, 5 кабинет. Вторник и четверг с 2-4. Если какие-то у вас имеются вопросы, в том числе и по миграционному учету, либо, допустим, по получению гражданства, вы всегда можете прийти, я вам все расскажу, подскажу. Такие встречи с трудовыми мигрантами и работодателями проходят регулярно по поручению антитеррористической комиссии Московской области. На них представители органов власти рассказывают о нормах трудоустройства в Московской области, адаптации в коллективе и многом другом. Мероприятия, которые мы проводим совместно с администрацией городского округа Щелково, направлены именно на адаптацию трудовых мигрантов. Вместе с администрацией и духовным управлением мусульман Московской области у нас также есть всевозможные стенды в самой Щелковской соборной мечети. Потому что то, что мы делаем, совместную работу – она направлена именно на то, чтобы уменьшить всевозможные правонарушения и нарушения именно миграционной политики. В ходе мероприятия обсудили вопросы, касающиеся осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, профилактики возникновения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве в трудовом коллективе. Провели конструктивную беседу, рассказали, что надо соблюдать российские законы, также объяснили те моменты, которые появились новые в законе о миграции, представитель полиции рассказал. Ну и, естественно, мы многоконфессионное государство, поэтому все те мигранты, которые живут на территории городского округа, прекрасно знают и меня, и имама, и у нас часто проходят такие встречи. Иностранным работникам рассказали о правах и обязанностях трудовых мигрантов, разъяснили нормы уголовного, миграционного, трудового законодательства, а также вручили памятки с ответами на самые популярные вопросы. Анна Приенко, Евгений Михайлов, Щелковское телевидение.